Прошу прощения, не удержался и вставил горы. Описание и цены будут после 2 минуты 20 секунд. Мы остановились где-то в середине Гудаури. Цена на номер у нас 170 вари. Это, наверное, где-то низкий предел. Самые низкие цены, которые мне удалось найти, начинались от 80 вари. Наши друзья остановились в двухкомнатной квартире за 130 вари. Скайпасы на детей стоят 35 вари, на взрослого 70 вари, плюс 5 вари за саму пластиковую карточку. Все, свалили, пошли бухать. Аренда лыж, палок, шлема, очков и другой амуниции находится везде. А около каждого отеля есть как минимум один пункт проката. Лучше всего, если вы будете брать аренду около самого первого подъемника.
по тому, что я изучил, самые низкие цены там. Нам удалось найти комплект лыж и палок за 30 вари. Вместе со шлемами и очками обошлось все это в 45 вари. Если вы берете на несколько дней, 3, 4 и 5, то, скорее всего, вы получите еще и дополнительную скидку. На обратном пути мы решили посетить замок Кананури. Это одно из лучших сохранившихся крепостных сооружений Грузии. Он датируется, первая его постройка датируется 13 веком. То, что мы сейчас видим, это не весь замок, который был здесь и стоял в 17 веке. Внизу еще его окружали крепостные стены и башни, которые до настоящего времени не сохранились. Сохранились только развалины церкви, которую можно увидеть, спустившись вниз. Направляйтесь на восток. Старая Игорская башня, которую мы видим, практически примыкает к храму. Башня датируется 13 веком. Считается, что вокруг нее и была построена эта крепость. Храм Успения Богородицы был возведен в 1689 году. Храм построен из тесаного камня, его фасады украшены рельефами с изображением святых, животных и растений. Не знаю, скорее всего, какой-то в предел или еще чего-нибудь вход. Цены на этом базаре сильно завышены. В любом, наверное, другом месте Грузии вы можете купить все то, что вам интересно, значительно дешевле. Пойдемте найдем.
Мы ехали в Гудаури из Батуми. Это 430 километров. Дорога заняла в каждую сторону примерно 8 часов. Связано с тем, что тает снега, на дорогу уходит... На обратном пути был приятный сюрприз. Температура в Батуми достигла 20 градусов тепла. Это 28 февраля. Всем пока. Если видео понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Спасибо.